Что думаешь? Ну что, 3 пули в теле, 1 в кухонной горке, всего 4. Многовато для самообороны. Ладно. Увози тело. Прощайте. Как ты сегодня? Понятия не имею. К ужину будешь? Не знаю, ладно. На выходные хочешь, махнем куда-нибудь? Нет, не хочется в самолете трястись. Ну, тебе виднее. Доброе утро, Вячеслав Иванович. Доброе.
Несмотря на все сложности в борьбе менеджмента банка за свою независимость от несостоявшихся партнеров из Trade Invest Group, нам удалось заработать за последний месяц более 56 миллионов рублей. И это на фоне того, что по статистике Национального банка ведущие финансовые учреждения нашего сегмента понесли суммарные убытки на сумму более 56 миллиардов рублей. Прибыль нашего банка обусловлена увеличением доверия со стороны клиентов. И за последние полгода нам удалось нарастить кредитный портфель брутто на сумму 1 миллиард 125 миллионов 950 тысяч рублей. Банк продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по части депозитных договоров. Я это беру. Куда едем, Ольга Николаевна? Домой. Добрый день. Добрый день. Вячеслав Иванович, к вам там какая-то... Кто я? Племянница ваша. Жанна. Из Гремячинска я. Приехала вот. Мама умерла. Я вам телеграмму давала. Вы не получали? Дядя Слав, вы с мамой не общались? Ну... Старые ссоры. Столько времени прошло. Кто старое помянет, тому и глаз вон. А я вас помню. Я помню, как вы меня к потолку подкидывали, а я хохотала. Мама говорила, что вы другой стали, а мне кажется, вы совсем не изменились. Дядь Слав, а в Гремячинске работы совсем нет. Я в прошлом году кулек даже закончила, на менеджера училась, и вдруг тут с мамой. Я подумала, поеду я к дяде Славе. Проходи, проходи. Да? Здравствуйте. Это что такое? Это племянница. Любимая. Принимай, лапа. И откуда? Из Гремячинска.
Как там Гремячинск? Ой, у нас в последнее время столько всего нового открыли. Вы все? Да, да, да. У нас супермаркет есть, интернет на почте, 3 школы, колледж, кулек мой, где я училась. Бузя, ты решил вернуться к корням? Лапа, заткнись. Чаю, дядь Слав? Угу, поставь. А тетя Оля уже легла. Ну и? Да так, ничего. Доброй ночи. Это цепь ручного плетения. Потрясающе. Как подчеркивает изгиб шеи. А покажите мне, пожалуйста, вот эти часы. Какие? Так, а где они? Вот эти? Да. О, боже мой, Маришка! Боже Ой, подержите. Мой. Ничего себе! Олечка, я смотрю, ты-то или не ты узнала? Маришка, какими судьбами? Как тут здесь вообще оказалась австралийская душа? Ну, я не знаю, ветер переменился, я опять в родной гавани. У тебя снова бзденс. И опять и снова. Я тебе все расскажу, только не здесь. Давай где-нибудь посидим, а? Так, кулон я беру. Хорошо. Сейчас, одну секунду. Я тебя жду. Иди сюда, моя девочка. Ой, ты какая пусечка. Да, познакомься. Да, моя... Лолита Федоровна. Лолита Федоровна, здравствуйте. Так, мне, пожалуй, еще вот это вот кольцо, подарочную упаковку. Да. Часы. А, нет, их упаковывать не надо. Угу. А это кто с тобой? Это племянница Жанна. Из этого, как его? Из Гремячинска, тетей. Вот так. Ой, давай сюда зайдем. Давай. Жан, подожди меня пока в машине, мы поболтаем. Лолита Федоровна, может, вы пока побудете с Жанной? Но только не гладить. Она этого не любит. А это Славкина племянница. У него сестра умерла, и вот она теперь все время со мной. Следит, что ли? Да нет, не думаю. Добрый вечер. Мохито, пожалуйста. И Космополит. Ну и тяська. Да ты буржуйка. Прям на пляже подвалил и на ломаном английском «Excuse me, миссис, как пройти в Сиднепера?» А у него на лбу написано вот такими буквами «Залог». Ну, я ему, конечно, по-русски говорю. Что вы, товарищ? Я пока еще мисс. Ну, он так и сел. Вот так и спелись. То есть какая там опера? Боже, еле до номера добежали. Но он тебе, конечно, скажу я. Кинг-Конг. Да ты что? Зверь. Но что характерно, там кофе в постель, устрицы в номер, шампанским поливал. А тут, ну, гусеница просто, понимаешь? Тут-то вышел капрят. Сучит, сучит ножками, денежку придет. Оля, ну поговорить-то не с кем. Посмотри там, за стойкой. Молодой Жан Рено.
Студент наверняка. Девки в общаге пищат, а закончит свой вуз, будет в офисе с утра до ночи деньги рубить. Скука-то! А Кузя? Теперь генерал? Иди ты. Да, мы зимой его лампасы обмывали. А Галка все, генеральша. Сказала до свидания всем диетам. Ну и теперь положено быть толстой. Ну и как она выглядит? Ну, так. Мариша, подруга дней моих суровых. Ладно, бери. Что смотришь? Бери машину. Я Коле скажу, что подвез, куда там тебе. И с кикиморой твоей улажу. Мариш, ну ты фея, я знаю, дуй давай. Тетя Оля вернулась. Хорошо погуляли? Да, замечательно. 100 лет не виделись. Хочешь, завтра сходим куда-нибудь? Нет, Бузечка, я не могу. Мы в салон записались. Надо же как-то поддерживать экстерьер. А что, у тебя завтра ужин с партнерами и женами? Да нет, так. Накатило. Опоздали, баронесса. Дурак ты, Паша. Ты был в издательстве? Угу. И что? Так, опять отказ. Не формат. Идиота. Не то слово. Всякую дребедень печатают, Ворониных всяких, а тут… А я люблю Воронину. Дурочка ты моя. А я тебя тоже люблю. И твой роман. Это не роман. Это сон во сне. Это ты мой сон во сне. Я так боюсь проснуться.
Все время представляю, вот тебя напечатают, вручат какую-нибудь премию, ты наденешь пиджак, мои часы. И тогда смогу тебе что-нибудь подарить. А ты можешь? Уведи меня. Укради. Чтобы муж не нашел. Павел Проскурин. 28 лет. Безработный. В прошлом актер. Написал книгу. Пытается ее напечатать. Живет на гонорары от съемок. Так, массовка в кино. Неудачник, слабак. Женщины таких любят. Вы свободны. Что? Что такое? Что? Дверь там. Конверт получите у секретаря. Чай? Кофе? Пакеты в дом? Я сама. Где ты была? В магазине. Где ты была? В магазине. Тетя Уля, покупки! Я тебе не тетя! Да.
Да. Уволить всех нахрен, а фирму закрыть! Твое здоровье. Крош, пора. А то карета превратится в тыкву. Тетя Оля вернулась. Thank you.
Николаевна, тосты с медом, омлет будете? Дядя Слава уехал. Это все дядя Слава. Сам. Ну, я только подсказала немножко. Помощь, адвокат. Привет. А, Слава. Сказал Бог, чтоб ты помог. Подвезти? Плакал тетя Оль. Ну, как ребенок. Он очень на себя рассердился. Говорит, да я приревновал просто. Ну, а кому вас ревновать? Он так устал на работе. И Мариша ваша что-то его бесит заочно. Мариша. Мариша. Жанна, я забыла совсем, у нас гости сегодня. У тебя вообще есть что-нибудь вот одеть, кроме этого? Да. О, вот этому да? Это нет. О. Вот это помери. Так, тут тебе не Геническ. Гремячинск. Какая разница? А я что одену? Нет, тетя Оль. Мери давай. Вот это я и надену, что ли? Так, это как-то… И этот дурень. Представь себе. Да? Не подписал брачный контракт. Разводился со слезами на глазах. Не от горя, конечно. Жена обула по полной программе. И остался как макака. С красной, голой. Это бабуин, Федя. Кто ж про них слышал тогда, 20 лет назад, эти контракты? Мы ж тогда все на перловке сидели. Да сардельки по выходным. А тебе-то что дергаться? У тебя-то все в порядке? Да ладно. Прибыль растет, счета в надежных местах, жена хорошеет на глазах. Ну ты же не дурочку модель себе взял, которая на деньги повелась. У тебя-то брак, ого-го. И в радости, и в горе? Да. И только смерть разлучит нас. Ладно, все, пока. Господа, Jesus loves us, что значит, Господь любит нас. Главное, себя не потерять по дороге. Главное, бабки не потерять. Ой. По дороге. А этот все свое. Большие люди, большие проблемы. О! Да? Поняла? Я большие люди. Угомонись, Билл Гейтс. Ты большие проблемы. Да? Кстати, анекдот. Три такие крупные, достаточно упитанные женщины садятся в такси на заднее сиденье. Вот. Едут, чувствуют какое-то неудобство. Тесновато вот как-то. И одна говорит: слушайте, девчонки, есть идея. А давайте-ка сядем шифером. О, черт. Прости. Да ничего.
Что? Неужели это мы, а? 10 класс. Ну, дуры. Верящие в большую чистую. Так, ты мне расскажешь, кто он? Кому ты ездила? О, он нас всех спас. Оптимизировал. Кто хотел работать, работает. Больше, лучше, дешевле. А всех строптивых и креативных. В топку. Так что мы на кризисе поднялись. Да, кризис это хорошо. Чакры прочищает. Особенно с женами. Как поведет себя в тяжелое время? Какие кони выкинет? Но лично я спокоен. А мой спокоен, как удав. Думает, я от него никуда не денусь. Ай, ладно. Живи в свое удовольствие. Угу. Кайфуй. Покупай себе бриллианты. Купайся в деньгах. И ни о чем не думай. У меня, как твой Паша, у меня таких трое. Угу. В параллельных мирах. А мой муж спит спокойно. Нет, нет, ты не понимаешь. Я же чего-то ждала. Я же думала, у меня семья. Я очень хотела детей. А потом, когда после стольких попыток и вообще стольких лет родила. Ну, ты знаешь, да? Знаю. Ага. Моя Анечка, она только месяц прожила. А потом выявили эту травму мозга. Она во сне умерла. Так, с улыбкой. А Слава был в командировке. Ну, он не смог отложить. Хотя он знал диагноз, меня видел. И вот как-то не понимаю, почему. А ты подумай, у тебя хоть месяц было это счастье. А кто-то на это даже ладно, не может. Тихо, все-все. Надеется. Одна пустота. Все. Ладно. А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной? Ну, короче, ты ей веришь? Себе верю. Это да. За ней слежу. Если узнаю вдруг что, прибью обоих. Хотя нет, я и кара пострашнее, денег лишу. А ее Альфонсу башку снесу. Выдержки. Хороша, Маша. Мир.
Лапа! Мы опаздываем! Ты слышишь? Ой! Да. Нет. Сейчас. Да, все остается в силе. Только вы смотрите, не убейте его там. Только избить. Сильно. А зачем вам его фамилия? У вас же есть и адрес, и фотография. Хорошо. Проскурин. Проскурин. Вот отвечайте. Лапа, ты скоро? Цигиль-цигиль, алю-лю. Такси. Мне нужно предупредить одного человека. 500 баксов. Хорошо. В чем дело, парни? Влад, ты чего? Все хорошо. Извини. Скажите, а здесь можно ехать побыстрее? Давайте побыстрее, пожалуйста. Иди сюда. Катина. Ну-ка, подожди. Давай! Давай!
Уходим. Вы Павел? Алло? Ну как? Ой, Ольга Николаевна, а я вам звоню, а у вас занято. Что с ним? Все в порядке, Ольга Николаевна, живой. Немного помяли, правда? Как? Но не смертельно. И я вам позже перезвоню, хорошо? Ты чего такая взвинченная, Лапа? Шампанское. Не прикасайся ко мне. Тихонько. Да больно же. Спасибо. Ну-ка, спасительница, отвернись. Вы бы телефон зарядили, волнуется же. Занимательный романтик. Да. Гадость какая. А где Жанна? У нее выходной. Доброе утро, Вячеслава. Доброе. Где Ольга? У адвоката. Где? Запись, стоп, перемотка. Реагирует на голос, сам включается. Высокая чувствительность.
удобен за счет маленьких размеров. В некоторых случаях крохотный размер – преимущество. Да. Пробивайте. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ну, я... Ну, тогда давайте два. Я ей не звонил. Не хочется. Когда мы с тобой увидимся, я соскучился. Алло. Алло, мышоныш. Нет, это не мышоныш. Это кот. Понял меня? Простите, вы, видимо, ошиблись. Нет, это ты ошибся, котеныш. Видишь лавочку? Сядь. Давай, давай, садись. Садись. Поехали. О, привет. О, кто тебя? Кинг-Конг меня застукал с барменом нашим. Ну, помнишь, этот пацан в кафе? Ужас какой. Да ужас не в этом, а в том, что я, идиотка, не проследила за его махинациями. Он все-все записал на родственничков своих, и теперь у него за душой ни копейки. И этот ноль при разводе делится напополам. Да ты что? И теперь все мое состояние. Лолита Федоровна. Кто это? Да собака эту, господи. Да, да, извини. Ну ничего, ничего, ничего. Мы еще повоюем. Я подниму связи. Он у меня, сука, еще будет на коленях ползать, тварь! А, Оля, ты не можешь мне пока что 5-6 баксов одолжить? Пожалуйста. Да, да, конечно, ты даже не думай. Паша, ну наконец-то! Оля! Ольга, не надо, я не могу больше так. Пашенька, пожалуйста, он не посмеет, я подам на развод. Ну ты не сможешь со мной. На что мы будем жить? Какой там рай в шалаше? Я была у адвоката. Половина денег моих. Пусть только попробует не отдать. Да так просто тебя муж не отпустит, ты понимаешь? Да. Почему ты ушел? Я же тебе сказал, сидеть. А теперь подойди к окну. Посмотри на небо. И хорошо подумай. А хочешь ты его увидеть и завтра тоже? Это он? Или... Если у тебя кто-то есть, узнаю, убью. Убью.
300 тысяч евро за все. Ну и лабудень твою, так и быть, напечатаю в красивой обложке. Хочешь, потом исчезни, если меня боишься. Хочешь, нет, как хочешь. Искать не буду. Ты ведь и так молчать будешь. Ну, в общем, смотри, смотри. Не сделаешь ты, сделаю другие. А почему я-то? А это моя месть тебе? Вот здесь задаток. 100 тысяч. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Я не убийца. Ты не это. Ты хуже. Ты безвольная, трусливая мразь. Поэтому ты возьмешь эти деньги, возьмешь этот пистолет, пройдешься вечером до магазина на Латышева. Она сегодня будет там. Как интересно вы себе это представляете? Просто. У магазина с парковкой туговато. И обычно она оставляет машину в тупике неподалеку. А обратно возвращается через узкую арку. Так ближе идти из магазина. Место идеальное. Ни свидетелей, никого. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Ты что делаешь? Я… да вот это… ужин. А, еще прибраться нужно. Ужин? Да. Дядя Слава просил вас никуда не уходить. Тетя Оль… ой, извините. Ольга Николаевна, он хочет вам сюрприз сделать. Ну что ж, пусть так. Что за повод? Ты же знаешь, сегодня пятница, я хотела пойти к ней в магазин.
Сюрприз. Ой. Да возьми, наконец, телефон! Извините. Да? Алло? Кавалеры? Да это из Гремячинска, дядя Слав. С кем поведешься? За нас? С годовщиной тебя, Лапа. Она сегодня, я не забыл. А не тогда, когда ты бросила мне подарок в лицо. Славочка, ну ты меня просто избаловал. Открывай, открывай. Что это? Диктофон. Зачем? А ты послушай. Тебе должно понравиться. Вот, нажми вот здесь. Вот здесь задаток. 100 000. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Ты послушай, слушай. Я не убийца. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги, который любит только себя и свое сраное творчество. Это неправда. Да? Ну тогда иди к нему, иди! И обязательно зайди вечерком в магазин на Латышева. Рискнешь? Ольга, лапа ты моя. Что же мы делаем-то, а? Что с нами стало? Уйдешь от меня к нему голой! Поняла? Да ты наконец реши, чего ты хочешь! Убить меня, уговорить остаться! За что ты мне мстишь, Валицкий? Да я не мщу. Я люблю тебя, Лапа. Дрянь! Слизняк, баба! А он не баба? Нет. А пистолет взял? А как бороться с тобой? Как с вами бороться? Вы ж дышать не даете. А пистолет взял. Этот? А как он? Идиот! Он меня любит! Он мне все рассказал! Вот дерьмо! Вот мразь! Ну что ты доказал себе? Что ты доказал себе? Господи, боже мой, да я же не хотел тебя потерять! Валицкий, это я посоветовала ему, чтобы он на все соглашался. Мне стало интересно, как далеко ты зайдешь.
Теперь я знаю, что после всего, после 18 лет жизни ты способен убить меня. Или выкинуть на улицу, как старую собаку. Оля, прости меня, пожалуйста, прости. Я не знаю, что со мной происходит. Я правда, я не знаю. Давай начнем все сначала. Пожалуйста. Я боюсь. Я правда. Я боюсь. Все? Убивать передумал? Дура! Да там холостые патроны! Давай, проверим! Лапа, что это? А значит, ты правда? Правда хотел? Отдай, отдай пистолет, потом я... Оля, не надо! Оля, не надо! Не надо! Тут что-то... Ошибка! Стой! Тетя! Тетя Оля! Богатые тоже стреляют. Угу. Черт, с какой рыбалки меня выдернули. А из-за чего Весербург? Вроде она хотела развестись, а Ваня хотел делиться. У нее диктофон был в записи, как муж ее заказывает. Короче, буржуи деньги делили. Ладно. Увози тело. Где вдова? А ее прислуга успокаивает. Это которая в очках? Угу. Понял. Приведи вдову. Я хочу с ней поговорить. Капитан Бояринцев, Олег Николаевич. Скажите, вы с мужем жили хорошо? Нет, мы плохо жили. Я успел поговорить с этой девушкой, Жанной, которая работает у вас в доме. Она сказала, что у вас был... Любовник. Но мы же взрослые люди, не будем подбирать слова. Давай
взяли и... Значит, ваш друг принес вам запись разговора, во время которого ваш муж предложил вашему другу вас убить. Угу. Запись здесь. Да. Вы послушали запись и... Я поставила ее мужу, потребовала объяснений. А Слава, ну, он испугался и набросился на меня. А Паша, он дал мне вот этот пистолет. И я выстрелила. 4 раза? Ну, я не умею стрелять. Он хотел вырвать у меня пистолет, но мне стало страшно. Спокойно, спокойно. Давайте послушаем запись. Да? Вот здесь задаток. 100 000. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги. Лапа, что это? Так значит, ты правда? Правда хотел. Отдай пистолет, потом я... Оля, не надо. Оля, не надо. Не надо. Тут что-то... Ошибка. Стой! Практики такое впервые. Самой надо было выключать. Муж не на ту кнопку нажал и... Лет 15. Не меньше. Умышленное убийство, да еще такое жестокое. Гражданка Валицкая, я задерживаю вас по подозрению в умышленном убийстве. Увидите. Валерий Иванович, сейчас покурим ваших. Ой. Месяц не курю, Андрюша. До свидания. Лучше прощайте.
Что мне делать, Жанна? Дядь Слав, а что, если вам предложить этому Павлу убить тетю Олю? Что? Вы дадите ему кучу денег, пистолет, но только что патроны там были не настоящие. А сами запишите ваш разговор на диктофон. И тогда тетя Оля поймет, что он ничтожество, и бросит его. Слушай, а че это вы мутитесь, дядя? Он говорит, холостые, ты боевые. Боевые, боевые, мой друг. Да мне пофиг, деньги давай. У нас нет другого выхода. Они нас уничтожат. Расскажи Ольге, что муж заказал ее. И отдай ей пистолет. Втолкуй, что если она его не убьет, он убьет ее. Люблю тебя. Мышоныш, родной. Поскольку вы единственная наследница, в завещании нет необходимости. Формальности я улажу в течение 2-3 месяцев. Теперь еще одно. Что делать с вашей тетей? Мы будем ее защищать. А вы бы стали защищать убийцу единственного родного вам человека? Думаю, нет. Жанна Игоревна, опять этот маньяк на линии. Представляется Павлом, говорит, что ваш жених. Ирочка, ну решите как-то эту проблему. Объясните больному человеку, что жениха у меня нет, и ни с каким Павлом я не знакома. А если он будет названивать, проследите звонок и отправьте туда охрану. Цирк какой-то. Бывает. Смотри. Добрый день. Здравствуйте. Ты новенький? Я раньше тебя не видела. Так точно, Жанна Игоревна. Прошел конкурс. Буду самым модным водителем
у самой красивой бизнес-леди в мире. Какой ты быстрый. Откуда ты взялся? Мне твое лицо кажется знакомым. Да, вряд ли. Я из маленького городка. Гремячинск. Может, слышали?